Туркестан в числе первых, кто закрыл свои границы во время коронавируса. Несмотря на это, работы по строительству в областном центре не останавливались ни на минуту. Работать приходилось в сложных условиях. При этом задачи, поставленные главой государства, выполняются и по сей день, рассказывает глава Туркестана Рашид Аюбов. Условия были сложные, пандемия сделала свое дело, но работы не останавливались. А работы по строительству нового Туркестана продолжаются. Мы уже сдали множество объектов, ведется строительство жилых многоэтажных домов. Параллельно ведется работа по обновлению всех коммуникаций. В этом году в Туркестане планируют построить рекордное количество жилья. Возведут около сотни многоэтажных домов, квартиры в которых в том числе будут распределены бесплатно. Строительство жилых домов продолжается. 554 квартиры выдали по кредиту. Уже завершили строительство 7 домов. 336 квартир в них выданы по выгодной программе от Басыбанк. Сейчас ведется строительство еще 77 домов. Планируем до конца года сдать 730 квартир. 46 домов будут отремонтированы. Глава Туркестана рассказывает, что в 2020 году проведена большая работа по улучшению коммуникации областного центра. Проблемы с подачей голубого топлива решают. На газификацию в 2020 году выделено 7 миллиардов тенге. Почти 26 тысяч абонентов уже пользуются голубым топливом. Что касается газоснабжения, мы выяснили, что 380 абонентов из 5 населенных пунктов во время разработки проекта не были внесены. Это было в 2017-2018 годах. Мы уже разработали проектно-сметную документацию и отправили на экспертизу. Сейчас вопрос с газоснабжением в Туркестане решается в положительную сторону. Работы по электроснабжению фактически завершены. Процент электрификации в духовной столице 99%. На 90% решен вопрос с водоснабжением. А чтобы жители не испытывали дефицита воды, в городе будет построено несколько резервуаров для хранения воды. После завершения доклада аким в режиме онлайн ответил на вопросы горожан, которых волнует ряд вопросов, таких как ремонт дорог, трудоустройство и социальная сфера. Градоначальник уверяет, что все обращения найдут решение в ближайшее время. Все вопросы, с которыми обращаются к нам жители нашего города, решаются постепенно. Есть проблемы, и мы стараемся всю работу наладить. Все обращения будут учтены. Глава Туркестана ответил и на вопрос о вакцинации. Ее планируют в Туркестане начать уже в феврале этого года. Рашид Аюпов сказал, что готов вакцинироваться в числе первых. Просто от гриппа может привести к смерти. Ну, это маленький процент в зависимости от многих факторов. От организма человека, поэтому я лично в этом плане готов. В этом году в Туркестане пройдет саммит тюркоязычных стран. Он должен был пройти в 2020 году, но из-за пандемии был отложен. Планируется, что он пройдет в рамках празднования Наурыза. К этому времени в Туркестане завершится строительство всех культурных объектов. Так пообещали в акимате. Шудин Саидов, Ерлан Бексаидов, информационная служба ОТРАР из Туркестана.